Сегодня мы возьмем одну банку печени трески, одно вареное яйцо, одну вареную картофелину, одну луковицу, немного натертого сыра, одну столовую ложку горчицы, хлебцы. Из этих продуктов приготовим вкусные и полезные тосты с намазкой. Начнем с того, что мелко нарежем луковицу и замаринуем ее. Сделать это нужно быстро, поэтому верный способ: к луку добавляем ложку готовой горчицы и перемешиваем. Затем заливаем кипятком и оставляем на некоторое время. Через 2 минуты откидываем на сито. Наш лук уже замариновался. Далее в мисочку кладем печень трески и картофелину и как следует мнем вилкой. У нас должна получиться однородная масса пюре. Печень трески – довольно жирный продукт, но очень и очень полезный. В ней содержится большое количество полезных полиненасыщенных жирных кислот омега-3, а также витаминов А и Д. Соединяем лук и картофельно-тресковую массу, хорошенько перемешиваем. Наличие в нашем паштете отварного картофеля помогает нейтрализовать вкус рыбьего жира, а маринованный лук придаст пикантности. Осталось натереть в паштет вареное яйцо на крупной терке и сверху добавить немного тертого сыра. Перемешиваем наш паштет и охлаждаем некоторое время. Намазываем на хлебцы и подаем к чаю. Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.